На улице образовалось лето, так сказать, обратно. 27 градусов на улице. Но уже вечереет уже. Уже почти 6 часов, 5:30. Погодка радует нас, конечно. О, Евчик помыла машину наконец-то. Наконец-то кто-то додумался помыть. Это самое дело. Сейчас посмотрим, пойдем проконтролируем, как тут она помыла. О, ну блин, ну на камеру фиг наверное увидишь, как там рыбка. Большая рыбка. Да, солнце так стоит. К сожалению, наверное, опять не передаст камера. Вышли эти большие рыбы, сверху плавают. Молодец, молодец, помыла. Чистенько. Сейчас быстро пройдусь. Наконец-то я на последнем этапе забивания этой проклятой вагонки, когда она уже закончится. Но это будет большое чудо, если у меня реально хватит туч-туч. Потому что у меня осталось тут 1, 2, 3, 4, 5 вагоночек. И тут у нас сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 это 85 сантиметров. Ну это где-то, я думаю, до сюда добью. И у меня там еще есть. В принципе, должно даже, слушай, и остаться. Мне крупно повезет, походу. Я так понимаю, что, наверное, может быть, однако, может быть, не знаю. Самому надоело, я уже не знаю. И так не тяну, как могу эту работу. Хочется как бы быстрее закончить, то что-то начинаешь делать. То туда надо, то сюда надо. Сегодня перевозился с этой косилкой полдня. Что-то оно у меня на холостых. Неровно работает. Плавают обороты что-то. Надо будет, наверное, как-то в ремонт отвезти, чтобы прочекали. Вроде фильтра все нормальные. Топливо чистый. Воздушный чистый. Как? Покрасить. Покрасить что? О. А. Или нет. Да. Не-а. Надо покупать новую. Все использовали. Как-то изначально я вообще, когда покупал, не рассчитывал на вагонку красить. Это потом эта идея пришла, вагонку красить. Да. Надо будет, наверное, еще целое ведро покупать. Я реально боялся, что мне не хватит.
вагонке. Думал, мне будет такой туч. И почему-то думал, что мне... Ну, а так тебе хватило? Ну, смотри, у меня еще тут есть. Я вот где-то до сюда дошью. И у меня еще там 5 или 6 досок. Целых досок. Это о, тут еще... Ого-го! Ого-го, сколько можно будет зашить. Да, я помню, как с той камерой я сначала первые несколько видео, я там такие мучился. Как снимать с ней? Сейчас с этой самой то же самое. Пока привыкнешь ко всем режимам этим там. Какой там широкоугольный, какой 360 градусов, какой прямой, какой момент лучше такой включить. Не, ну, конечно, прикольно, включаешь 360 и фигачишь все время 360. Да, но 360 намного больше работы потом. Но больше вариантов. На дне там осталось этой краски. Можешь с тобой еще сказать? С обоими. И с тобой, и с камерой. Не, по поводу краски, то что она уже начала густеть, там на дне уже какие-то сгустки получаются. А ты ее мешал тогда? Ну, я не знаю, как бы нет. А что, не, ну надо будет, наверное, размешать. Я снимаю видео, ты не замечаешь, что я с тобой не разговариваю. Наоборот. Еще больше с тобой разговариваю. Патроны кончились. Да, сегодня дневного сна не было. Как я люблю поспать днем. После обеда. Святое дело. Вздремнуть. Упс. Уже следующую доску. Эту не прибил. Забыл, что не прибил. Доску. Да, необычно, да? Я уже, главное, я знал, что буду выкручивать эту дверь, да? Пошел вокруг, принес лестницу, вокруг обнес лестницу, типа, буду на лестнице работать. Открыл дверь, думал, зачем я нес лестницу вокруг, если я мог здесь выехать просто с этой тележкой. А что ты типа думаешь, нам будет потом легко, это тяжело убрать, чтобы покрасить потом? Что? Ну ты говоришь, заодно покрасить пол. Мы же не будем хламить тут. Не будем. Что, у нас только мебель? Это и та, на зиму вообще. Ну, можно оставить, сегодня что-то не сидит. Вот все, так. Это уезжает. Куда-то. Стол должен уезжать, надо запустить. Надо будет сейчас эту отрезать и придумать, как ее тут присобачить. Ну, обратно эту дверь. Все, последней деревяшкой я пойду красить. Ну, следующий мне надо нарезать и накрасить.
смотрели сейчас, ну это не реклама, ну на ТНТ, короче. Там одно шоу. И на Ютубе последнего серии не было, финала не было. Эти же, блин, наши же сволочи заблокировали нам некоторые российские сайты, как Рутуб, например. Приходилось мучиться с этим, с VPN-ом, а VPN бесплатный. Что-то он там полчаса работает, полчаса спрашивает, что-то там. Бывает иногда со скоростью не очень. Не, на второй VPN я нашел, он такой более-менее. Да, это большая проблема с этими, блин, провайдерами, которые заблокировали. Ну, типа Рутубов. Ну, я не знаю, чем Рутуб помешал нашим этим киберсекьюрити, блин. Смотришь те же самые ТНТ, там какие-то шоу или что-нибудь. И, ну, в общем, короче, на Рутубе было. Да, смотрели. Валя? Ну, жарковато. Идеально, чтобы спать. Я принесу телефон, посижу 5 минут, потом пойду побираю. Да сиди в телефоне. Вот, у меня 4 дощечки осталось. Сейчас мы посчитаем. У меня с каждой дощечки остается по... В смысле, получается 4, это значит 16 дощечек. 16 дощечек умножить на примерно 8,5 сантиметров, это 1,36 м у меня получается. Сейчас я найду рулетку. Где-то у меня рулетка есть. 1,36 м. Сколько мне там надо? Там даже, мне кажется, не по 85, по 87. 1,36 м. Так. А у меня получается 1,25 м. Минус 10. 1,15 м. У меня получается. Слушай, у меня, да, 15 сантиметров останется. 1,36 м, 1,15 м. Короче, 20 сантиметров. Слушай, 20 сантиметров это 10 сантиметров. И вот это 10 сантиметров столб. То есть у меня получается прям... Дощечка в дощечку получается. У меня, наверное, ничего бы не осталось, если бы не было вот этих двух столбов. Да, magic. Получился какой-то magic. Выпрями спину. Камера пошла, мотор пошел. Я уже выпрямила, что, понимали? Не-не, все хорошо, все прекрасно. Ты лучше всех. Каких всех? Так, ябка решила поджечь, сделать поджог. О, смотри, поджаренный чесночок. Слушай, нормальный чеснок, возможно, мог бы быть. Мне в комментариях писали, а разве можно жечь костры? Ну, если в центре города, то нельзя, наверное. А если в деревне, на своей земле, то, я думаю, никаких проблем. Не горит? Ну дай ему шанс. Так, с какой стороны ветер? Ветра вообще нету. Но немножко дует, как будто... Вот я палочку поставлю. Ага. А вон какая-то кора у нас там валяется, можно было бы коры подкинуть. Хотя... Тут такие сухарики. Ага. Я думаю, это разгорится. Никуда она не денется. А может, нет, этот картон, конечно, горит не очень охотно.